Конец года. Время подводить итоги и строить планы на будущее. Одно из самых успешных винодельческих предприятий края ЗАО «Славпром» подошло к завершению года с очень значимым и радостным событием. На днях открылся второй фирменный магазин предприятия. Эх, ребятушки, разве нам горевать-то тужить? Люба дорога, злого ворога, острой сабелькой покроши. Вот так широко, весело, хлебосольно встречали гостей у входа в новый фирменный магазин завода «Славпром». В канун новогодних праздников не обошлось без Деда Мороза, Снегурочки и, конечно, главного символа наступающего года – петуха, который, несомненно, должен принести удачу. Хотелось бы пожелать, чтобы у предприятия, которое мы сегодня открываем, был такой же год, как нас ждет с вами год, год красного петуха, который яркий, насыщенный, огненный. Поздравить руководство и коллектив «Славпрома» с таким знаменательным событием прибыло много почетных гостей. После того, как была разрезана символическая красная ленточка, на дверях магазина появилась табличка со словами «Открыто». Все желающие могли продегустировать продукцию завода, которая давно славится своим высоким качеством и натуральным вкусом. Одно из предприятий винных, которые выпускают натуральные вина. Вина выпускают из своего винограда, который выращивают Геленджик, район Геленджика, район Анапы, Вороевская станица. Своя переработка, своя упаковка. Это также дополнительные рабочие места в районе. Это дополнительные налоги, которые также предприятие будет оплачивать и увеличивать районный бюджет. Почему кубанское вино самое лучшее? Потому что его производят не просто профессионалы, но и, главное, неравнодушные к своему делу люди. Сегодня предприятие производит более 100 наименований вин – столовых, десертных, крепких, плодовых и даже с добавлениями лекарственных трав. Вся линейка продукции будет представлена в новом магазине. Это, конечно, еще один шаг как бы вперед к нашему покупателю, потому что самое главное сегодня не только произвести продукт, а уметь его еще донести до потребителя. Поэтому очень важно для нас событие такого формата, конечно, у нас первый магазин. И здесь вложено много сил и труда всего коллектива ЗАО «Славпром». Мы приехали сюда из другого города, из Абинска. Узнали, что вот открытие магазина, мы пользуемся этой продукцией. Нам очень нравится, и я считаю, что открытие такого магазина, вот просторного сейчас, по сравнению с первым, ну, здесь очень уютно, продукция замечательная. Все наши друзья и знакомые пользуются вот этой продукцией. Удобное месторасположение, широкий ассортимент продукции в разных ценовых сегментах и, конечно, высокое качество. Все это новый фирменный магазин завода «Славпром», который открыл двери для ценителей натурального кубанского вина. Алена Лавренова, Георгий Калинин, программа «События».